На севере Москвы в четверг утром затопило тоннель, по которому проходит Волоколамское шоссе. Причиной стал провал грунта площадью около 50 квадратных метров в одном из шлюзов канала имени Москвы в районе Тушино. В результате мощный поток воды и грязи хлынул на дорожное полотно. По данным столичных властей, в момент аварии автомобилей в тоннеле не было, сведений о пострадавших не поступало. Движение по трассе было перекрыто. Водители призвали заранее выбирать другие маршруты. На подъездах к месту происшествия и на кольцевой дороге образовались многокилометровые пробки. Экстренным службам долгое время не удавалось остановить затопление. По словам мэра Москвы, специалисты проводят аварийный сброс воды в шлюзе. После этого начнутся работы по расчистке тоннеля. Сергей Собянин пообещал, что к утру пятницы движение по трассе будет восстановлено.